То, что почти в 90 лет можно сидеть, нежно держась за руки, Павел Никитич и Лидия Яковлевна доказывают каждый день. Теплота и забота друг о друге – это их обычная жизнь. По-другому просто не умеют. Вместе прожита целая жизнь полных 66 лет, а первую встречу в далеком 48-м на их родине, Кубани, помнят до сих пор. Я ехал на машине, вез зерно, а вы в кузове были у меня. Вот тогда я тебя первый раз и увидел. А я знаю другое, как мы познакомились. Ехали в кузове, вот, и мы с подружкой, я играла на гармошке. А этот услыхал, что гармошка есть, я играю на гармошке. Говорит, я тоже играю на гармошке, можно я приеду вечером к вам поиграть? Ну, приезжай, что нам жалко, молодые. Они даже спорят как-то по-доброму, давая право друг другу на собственные воспоминания. Есть в этом и женская мудрость, и мужская хитрость. Кстати, именно хитростью Павел уговорил Лиду выйти замуж, пообещав, что в армию не заберут. Призвали ровно через 15 дней, но этого оказалось достаточно, чтобы на свет появилась старшая из четырех дочерей Зоя. Наш телохранитель, как называют ее старики. Она и за кормилицу, и за медсестру. А потом в 55-м была целина. Комсомолец Калиниченко не мог не ответить на призыв партии. А его жене, почти как жене декабриста, пришлось ехать за мужем из теплого Краснодарского края в Сибирь. Вместе терпели лишения и холод. Павел работал водителем. А Лида в большой палатке на несколько семей создавала уют. Да еще пришлось и помотаться по стране. На зиму с детьми уезжали на родину. Палатки, вагончики, да где только не пришлось нам жить. И ничего, никто не обижался, никто не жаловался никуда. Сами приехали. Так и жили они, ни на что не жалуясь, работая и воспитывая детей. В 80-х переехали в Доможаково. Здесь и сегодня не сидят без дела. 7 внуков, 5 правнуков, большой огород, хозяйство. Возраст, конечно, берет свое. Здоровье уже не то, но даже тут они дополняют друг друга. И сегодня она – его глаза и уши, а он – ее руки и ноги. У них и мечта одна на двоих – дожить до 90 лет. Секрет вот семейного счастья. Любить надо. Да. Вот. Не знаю, вот, как. Живем да живем. А как и секрет? Все, хоть и где, и что, и разногласия мы находили. Секрета тут нет. Мы же живем так, как все почти живут. Никто не... Когда и ругаемся, когда... А больше не ругаемся, конечно, вырваться. Если когда-нибудь что-нибудь... В жизни всякое бывает. Поцелуй меня так, как у молодости. Это уже на какой год? Давай! А в году 100 раз целуемся, так тебе ну на. Анна Ахпашева, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.